4 июня, 17 год, Харьков, 10.15, 22.15 по Киеву. Сегодня тут рядышком с землей 121 миллион километров всего у нас должна пролететь кометка Джонсона. То бишь всего в 30 раз дальше, чем Луна от Земли. Но очевидно, что Харьков затмевает любые звезды. Вот это у нас Юпитер. То есть, вот если между Юпитером и Луной посередине поставить точку на линии и вверх поднять, сделал равносторонний треугольник, на вершине вот здесь где-то должен быть Арктур, и рядом с ним эта кометка. Но не видать ни грамма ничего. Невооруженным взглядом она не видна по определению, а оптика не справляется с заревом Харькова, я так понимаю. Но Луна красавица. Ладно, попытка не пытка была. Харьков, 4 июня 2017 года.